Пошло у него сахарный диабет, жировой гепатоз, у него это тоже все это есть. Так вот, к чему начала я это все говорить? Стоп, слайд, альты, мелсы, все мы это пили. Потом, когда я второй раз открывала второй аккаунт на 150, я принесла домой коробку продукта, он вот сидел вот так уже, да? Это все наше? Я говорю, да. Мое точно, говорю, твое не знаю. Поэтому, вы знаете, результаты, они настолько не заставляют себя ждать, потому что истинные медики мы. Почему, опять же, да, говорю, истинные медики? Потому что у меня очень хорошая приятельница, артроз коленных суставов, да, сахарный диабет. Ходила она с двумя палочками, да, хотя ей лет, блин, сколько ей, 56, наверное, да? Ну, 56 лет. Она тоже у нас на пенсии уже. И самое, что интересное, вот вы знаете, Лен, приди, я тебе что-то расскажу, но у меня есть для тебя предложение. Нет, мне ничего не надо, я говорю, просто приди. Офис у нас на втором этаже, она с этими двумя палками поднимается к нам на второй этаж, берет, ну, значит, присаживается, я говорю, смотри, у нас такой замечательный продукт, мы тогда еще только в том году, март месяц, мы еще как бы так не сильно работали, мы всех лечили, как я говорю всегда, всех лечим, да. Слайд со стопом, горячая вода, она, значит, это все выпивает, минут через 20 она идет в туалет, палочки стоят в углу. Я думаю, туалет же рядом, опять же, я сама, туалет же рядом, да, господи, что там далеко идти. Она сидит у нас где-то час, потом встает, ну ладно, Вероника, все, давай, все замечательно, все, тык-тык-тык, спускается по лестнице, я иду за ней с этим палкой, блин, палки возьми. Ой, точно, ладно, все. В конечном итоге пришла она, наверное, на следующий день, да? Пришла, она сразу же взяла продукт на хорошую сумму, да, и это март месяц был, в июле месяце у нас, значит, ирга, и начинает, знаете, да, наверное, ягода ирга, ясно, да. И чтобы ее собрать, она же внизу, ее же нет внизу, да, она же наверху, а девушка эта Лена, она живет в своем доме в частном секторе, и лестницы где-то не то, что такие хорошие, да, не стремянка, а именно лестницы, которые как у бабушки были, да, помните, да, такие тяжелые лестницы. И она на этой лестнице под крышей дома моего собирает иргу и выставляет эту фотографию. Вы понимаете, вот такие результаты, которыми хочется делиться. А еще у нас есть такой анекдот, вот я не знаю, почему Лена про него не рассказала. Это у нас ходячая реклама в городе. Понимаете, у нас сейчас люди приходят просто, да, открывают дверь вот так и говорят, здесь колени лечат. Потому что у нее артроз, у нее с пандемией отказали ей в операции. Да, сказали, что после пандемии, да, коронавирусная инфекция, она там будет ей делать эту операцию. Вот. И вот она начала слайд со стопом, денег тоже немного, потому что у нее там еще много проблем. И вот она слайд со стопом. И вот как вот тоже Танюша у нас любит это говорить, болезнь уходит громко хлопнув дверью. Вот это вот я теперь точно понимаю, как медить, потому что, вы понимаете, вот начинаются вот эти обострения, да, и вот это вот обострение, это к чему, о чем говорит? О том, что есть проблема, ее надо решить. А когда мы решаем проблему, она, организм-то благодарен, да, он дает свой результат. И именно в сторону выздоровления. Так вот это вот Люда, ну, что можно, да, ее назову прямо так. Потому что вот с коленным суставом, и когда она с обострением, через обострение, а мы ей все, Людочка еще чуть-чуть. Она, значит, поднимается на второй этаж к нам в офис, и мы ей снова, Людочка, ну потерпи, немножко колени болят. Мы ей по промоушену все ей давали, по возможности, когда было, потому что, ну, взять там какую-то большую сумму она не могла. И в конечном итоге проходит время, Лен, 8 месяцев. Понимаете, когда годовщина нашей вот команде структурила часового было, да, она танцевала у нас и принимала ноги выше головы. Понимаете, вот такой результат, потому что мы, как медики, я точно могу сказать, не бывает такого априори, ну не бывает, потому что, ну, у меня травматология, приемное отделение, операционная медсестра, и мы это все видим. Блокаду сделали, временно сняли боль, да, нерв омертвили, потом, когда он снова, да, нейронные связи соединяются, начинается боль. Здесь же, извините, все, слава Богу, да, и поможет, договорю, да, перескочила опять. Межпозвоночная грыжа, вот теперь мы не ходим год на больничные, вот, он у меня похорошел, постройнел. На меня не знаю почему, на меня, видимо, как-то по-другому действует, но, видимо, другие проблемы. Но он тогда, вот я говорю, даже товарный вид, вот вы знаете, хочется рассказывать и рассказывать про наш продукт, потому что результатов много у нас, я говорю, у нас только по Пермскому краю столько результатов. И именно вот сейчас люди, да, и вот именно в часовом, и именно люди-то приходят, знаете, сейчас на результаты.
Особенно, говорю, как у нас люди больше здесь колени лечат. Так что вот здесь колени точно лечат.